Радиостанция «Прибой», радио «Асса» и телеканал «Прибой ТВ» представляют одну из самых ярких звезд аварской эстрады – Тавуз Магомедову. Новый сольный концерт. Приглашаю в горы. В зале «Президент Комплекс» самые зажигательные песни и любимые хиты талантливой и обаятельной Тавуз Магомедовой.
Ассаламу алейкум, шарат арайон. Жевеля зулатан, дирт оголу хвати. Тадеша. Магомедова, друзья, сегодня потрясающая публика. Я хочу, чтобы вы это сегодня доказали. Свою любовь, свое признание этой удивительной певице. Ваши аплодисменты. Спасибо. Ну и, конечно же, хотелось бы поприветствовать саму Тавуз, которая очень волновалась перед выходом на эту сцену. Хочется поприветствовать... Спасибо всем. Хочется поприветствовать всех сидящих в этом зале. Здравствуйте!
Спасибо. Ну и, наверное, стоит отметить, что данная композиция, которая только что прозвучала, называлась «Моя земля», и она была посвящена всему Тляротинскому району, всем жителям и всем аварцам. Да. Удачи. Не только тляротинцам, всем аварцам. Низкий поклон вам всем. Ну ведь видите, какое у нас начало. Начало положено. Тавус, я хочу пожелать большой удачи, легкого концерта сегодня, легкого выступления. Ну а всем зрителям этого зала президент-комплекса отличного вечера. Итак, Тавус Магомедова. Спасибо. Рекасу кулая спорта.
Абдурахим Магомедов. Yes. Салам алейкум, добрый вечер. Братан Сауды Гимам Хамаду Сауды. Рады покаяны. Зодик хругет сабу забу, собак и от сабу до. Хебак и от сая луда, шат хамун рейхун его. Зодик хругет сабу забу, собак и от сабу до. Хебак и от сая луда, шат хамун рейхун его. Мишки онгудан чана, чурхрум кечолат саби. Чатхаги хавра. Концерта Рукият Магомедова. We'll be right back.
сюда. Таркала. Гости концерта. Муминат Магомедова. Киниги
Кала. Теги дали тайруху. Гость концерта Абдулла Магомедчиев. Ассаламу алейкум, добрый вечер, приятного отдыха. Еса! Чиф, кстати, это была авторская работа, и музыка, и слова были написаны самим Абдуллой. Но мы продолжаем. Я думаю, что все сидящие в этом зале согласятся, что Тавуз потрясающая женщина, что она теплой души, горячего сердца. И весь этот свет, конечно же, вы получаете посредством ее творчества, с помощью песен, которые...